И всем привет, с вами Макс Риск, но обновление в игре Edge of Apes. Я нашел еще один сайт, где рассказывается. Итак, рассказывает, что тут добавляется. Чудовище, малыш космос может получить в событии бесплатно. Это у нас уже бесплатно. Так что еще будем получать бесплатный космос, я уже данный ролик записывал по на теме, ссылка в описании. Так, набеги и бери. Ждут вас движухи, банда из одного клана теперь может сражаться с друг другом. И реально, они могут сражаться. А я так думал, почему так сделали? А вот обнова новая. Новый центр банды. Для его улучшения требуется определить предметы. Элитные члены банды смогут сражаться и занимать здания. Так, давайте откроем, чтобы прям уже по-быстрому оно открывалось. А мы тем самым дочитаем. Ой, что я сделал, блин, ничего происходит. Вас как там, что-то я не в курсе. А, у вас огромный экранчик. Так, все вроде уменьшил, как там у вас, все нормально? Элиты, члены банды смогут сражаться и занимать здание, претендуя на место вождя клана. Окей, ну уже понятно. Помни, поменяли внешний вид обезьян-мутанта. Правила сложности и награды, а также удаление босса. Банды теперь могут занимать руины. Оптимизируют интерфейс процесса. Ага, все ясненько. Сейчас тогда мы узнаем. Так, я открыл сайт, то же самое вроде бы. Пычи панда, получаешь бесплатно малыш космос. Бесплатно. Вот это самое главное, как я понимаю. Тут также есть 0.17.1 версия. Но мы записывали 0.17. Ну и 0. И там был обезьян, я не успел. Поэтому добавили новую версию 0.17.1. Наверное, обратно не успел. И добавили еще новую версию, прям вчера, 0.17.2. И обратно говорят, малыш космоса есть. Так, друзья, если реально, то будет очень классно. Определите обезьяну. Влезть. Операция влезть. Вот скажите, что это операция влезть? А ну-ка, знак вопросом. Соберите продлители в общем сложности 12 дней. Заходите в игру 8 дней подряд, чтобы каждый день в течение событий получать ценные награды. Окей, операция взлет. Только скажите, а где мне бесплатный герой найти? Где я прошу за бесплатным героем? Вот, вы же меня говорили вроде бы. Может быть, нужно высокий ранг иметь? Я сейчас не тот аккаунт, но тоже он хороший, кстати. Да, так прокачать, так прокачай, ё-моё, всё. Значит, ты кто не знает, как мы там прокачиваемся, нажимаем сначала. Нам нужно качать городской совет, потому что самое главное. Все, 20 минут, все качается, значит, всем можно уже и брать. Сколько воинов? Скоро 9000 будет, смотри. И скоро 9000 будет, где-то наберем их. Хопана. И, блин, ну когда будет 9000 воинов? Так, что же я прокачаю? Да, хоть что-нибудь. Так, советы смотрим, бесплатные карточки собираем. Ну, я показывал некоторые штучки, прикольные. Вау, суббота, 19, а воскресенье, это самое главное, там ежедневная награда, там может быть до 500 этих вот железных. Я один пропустил, второй пропустил. 200, вот блин, я пропускал их очень много раз. Так, собираем еще некоторые классные штучки. Хо-хо-хо, это что, я убийств в караване? Это реально я столько убийств сделал? Вот это да, кстати. Друзья, это ошибка какая-то. Сколько? 378. А ну-ка, 379, да, как я понимаю. Может, это всего? Чего, блин? Победить сложно. Чего? Почему победить так сложно? Стоп. А что, реально победить так сложно? Ну. Нет никаких шансов. Что происходит? Неужели эти обезьяны самые мощные? Что-то я не понимаю. Наверное, увеличили силы им. Раньше мы изично могли побеждать их, а теперь как-то сложно стало. Реально сложно. Посмотрите старые ролики, вообще легкотня их убивал. А теперь как-то так вот. Никаких шансов. Ладно, что ж поделать. Может быть, на меня кто напал? Никто об этом мне не говорит, но сообщение.
Ваш пропуск пункт у игрока. Кто мой пункт забрал? Так, мы получили наградики очень классные. Поражение. Ну и что, ваш город разведали? При помощи турбо ускорения вы сможете ускорить свои караваны. Пробуйте прямо сейчас. Хорошо, ускорить, да? Вон там вот. Все, где они там ускоряются? Давайте. Ускорить. Тихо. Ускорить. Какое это звать? Куда, блин? Угнать, разведка. Угнать. Блин, он пропал. Что происходит? Ого, нового пришла какая-то нового. Капец, блин, тут мало солдат. Давай посмотрим, какие тут есть солдаты. Тихо. Обезьяны и машина. Все, что тут есть. И скажите мне, где у меня есть бесплатная обезьянка? Мы же не обещали. Космос обезьяна. Ну ладно, ща перезайду, возможно, не там. 28-й, хэштег корень, 5-10. Самый мощный у нас 10, давай туда вот перемещаемся. И там, возможно, что получше. Да, такого я не ожидал. Как так, блин? Так, у нас тут музыка отстает, ну-ка влечить. Перейти до 13-го, ща будем качать. О, я что-то вижу, космические строения. Вау, круто, конечно, круто. Помощь. Блин, а чё не получают и все. Так, давай открывайся. В этом сезоне ракета запущена клан. Нужно запускать прям в клан. Так, ну вроде я подписался на вас, да? Да, подписан на YouTube канал ваш. Ну, давайте, так я ж вас подписан, алло. Ну, давайте, только сейчас. Да, я и так потом заберу, окей? Мам письмо. О, письмо. Так, вот, давай заберем отзывы. Успешная разведка. Сообщение. Прочитать, забрать. Личное. Кто мне писал личное? Двойку написал. Вам подарок. В общем, у них есть соцсети. Хочу еще раз посмотреть, какие у них есть соцсети, чтобы был в курсе. Сколько призов, вообще шикарно. Так, как же посмотреть его соцсети? ВКонтакте? Инстаграм знаю, Фейсбук знаю, Дискорд знаю, Ютуб знаю, ВКонтакте. А ну-ка, ВКонтакте. Так у меня там VPN, что нету. Друзья, первый раз вижу. Я ВКонтакте зарегистрирован. Так что, let's go, посмотрим. Так, VPN включаем. ВКонтакте хочу. Присоединиться к вам. Я в шоке, вы что, ВКонтакте еще там? Русские? Интересно. Давай скопирую там на угол сайт сделал. Давай скопируйся. Копирую. Выбрать все, скопировать. Это новое. Да, уже давали соцсети, друзья. Вот это да, еще вам покажу экранчик. Блин, давай. Сейчас, когда он запустится, тогда могу вам немножко показать. Так вот. Так. Командир. Пора запускать бананы. В смысле? Это новый ваш официальный сайт? Друзья, это правда новый. 19 мая. Давно. Вау. Я такого не ожидал. Русский. Окей, вступлю, конечно. Так, вот, значит, контакты. Ладно, показал вам. Все. Так вот. Жестко, да? Стоп, а мне же обещали, так скажем, выдать персонажа космос. Ух ты, а кто мы, кстати? Так, вроде бы я за черных всегда выбираю, я топ-1 занимаю, вау. Топ-1 на ракете, давай, летай, взлетай. Топ-1 по ресурсам всякие интересные. Разгонять что-то типа то. Мне честь такая выпала. Мне выпала честь, друзья. Сделать космос. Подход. Давай подходим. Все, марш. Телепорт. Марш займет. Стоп. Ну, не надо. Меня там могут убить. Марш. Продолжим марш. Даже если он долгий. Реально, мы уже все открыли карты?
Ё-моё! Друзья, мы уже зеленого убить сразу. Так, блин, уже войнушка начинается. Синие против черных наших. Ё-моё, уже война какая-то. Ладно, пора атаковать и помогать. Хоть как-то. Но я смогу помочь. Ё-моё, что я тут делаю? Давай, оставь его на покое. Там хоть прокачивать его? Давайте я хоть прокачаем. Ага, ясно. Нет, так нет. Вообще новое обновление показал вам. Фух, ну новые сети ВКонтакте. Реально ВКонтакте. Мне интересно, сейчас VPN выключу, потому что там вас лагает. Так, ну я подписан, потом посмотрю, что за такое вот. Неужели вы утер ВКонтакте? Тусите. Зайду посмотрю. Капец, что ж происходит? То есть теперь русских уже как-то больше стало? Или вы просто так по фану? Ну реально, есть другие соцсети. По другим. Ну по китайскому соцсети. Почему вы не показываете? Или нет китайские соцсети? А я бы хотел узнать. Тогда хоть в солдатов что ли? В солдатов. Также у нас другие ролики есть. Но не теми. Бесплатного заберем. О, тут вообще бесплатный. Легендарка, возможно, упадет в космос. Если, конечно, упадет. Давай, везде. Нет, давай, хочу. Космос. Малыш космоса. Давай. И... О, новый. Уху, у меня новый, отлично. Крутупые. Смотри, одна звезда. Вождь. Универс. Атака. Крутупи, каждый очень загадочный обезьяна. Обезьяны. Но она самая... Далее это все лишь личность Круторую. Она показывает миру, когда-то он был лучшим учеником Фускоты. Фускоты, я его знаю, кстати. Это мастер Фускоты, вы его знаете тоже. Так думаю. Сколько читать Фускоты? И Фускота также решил сделать его своим наследником и преемником сыном. Однако жизнь диспециализированного воина, который сражался во имя справедливости, не привлекала Крутоби. А что, Крутоби несправедливый человек? Так, Крутоби. Он хотел веселиться. Кто хотел? Ты хотел? Что-то я не в курсе. Но больше всего хотел, чтобы всегда можно было лечь и поспать. А, Крутоби этот. Лечь и поспать. Это вообще тренировочек молодец. Даже масочку носит. Для этого он начал приятеться от Фускоты, чтобы прогуливать тренировки. Кто хотел прогуливать? Ты хотел прогуливать тренировки? Ты же мастер по сюрикенам. Не так ли? В общем, сейчас мы уже типа почитали. Потом, когда будет время, я почитаю полностью. Когда буду подготовленный. А то с таким гором это нереально. Так, сообщение какое-то. А ну-ка, клац. Блин, новый персонаж. Ладно, рамки. Дайте рамки, нет? Дайте хоть персонаж нового. Разработчики. Ну чё ж вы такие обманщики? Вы реально написали и не дали нам. Не обманивайте. Я бы, конечно, не хотел писать разработчикам прям сегодня. Почему не дали мне? Но если хотите, чтобы я разработчику лично написал, могу, конечно, сказать, что реально я являюсь автором. Давайте я вам даже покажу по-быстрому. Так вот. Смотрите. Вот. Контентерс. Я могу здесь вложить данные ролики. Также могу здесь. Так, уходите уже. Также можете перематывать, там я уже захватил. Русский привет, ку. Да, привет, да. Блин. Не, тут русский, ку английский. Почитаем. Так, ладно, я уже увлекся. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, хотите, чтобы я написал разработчику, показать вам запись, давайте вам немножко покажу, а чтобы я вам целиком его прочитал, и там у нас была длинная, так скажем, сообщение, вот, в общем-то, он, вы его знаете, в смысле, он что меняет тут у нас, смотрите, вон, обезьяна, вон тут официальный,
Гильермо в Best обезьянам. Ну как там переводится? Так вот, что будет классно такое вот. Тут, пожалуйста, скажите. Гавин лучше обезьяны. Да, была Гавин лучше обезьяны. Ватажок Гавин больше обезьяны. Мудрый обезьяна. Там всякий писал, вообще интересуется этими. В общем, официально, кто не знает. Так, сейчас вам покажу его официальность. Запоминайте его никнейм. А, он тут, кстати, есть. Не, или тут здесь. Что-то я не в курсе. Кто из вас? Нет, на работе. Да и бот сюда попался. Вот он. В общем, вот смотрите. Это он. Чтобы подтвердить, нажимаю на... Ой. Нажимаю на написать сообщение. И все. Так, убрать за... убрать это все. Они будут довольны. Мои заявки. Ожидание. Отмена. Так, вот эти уже пока. У меня вон друзья есть. Пока всем. Да, всем удачи, всем пока. Я в шоке просто. Хотите, чтобы я написал и сказал, где эти малыши космоса? Интересно, что нам он ответит. Ну, хорошо, что хоть дали нам хоть этого сансея. Так что пока мы все довольны. О, там сообщение было. Тихо. Там было новое сообщение. Да блин, разработчики. Сообщение новое. Опа-на, N для следующей разработки строительства. Привет, участник Альянса. Не, не хочу тебя добавлять, друзья, пока. Не, я десятый, кстати. Кто это такой вообще? А-а-а, бегом назад. Бегом на базу. На. Идите ночуйте. Там он. Это игрок не построил базу. А, нужно еще строить базу? А как его строить, друзья, кто не знает? Наверное, нажимаю сюда, потом сделаю вот так вот. Все, это у нас постройка. Изи. Только вот что-то у нас расход. Ого. Это если у вас будет 10 уровень, если что. Плюс Альянсу, что-то типа того, распредели бойца, помогая расширить тренирую банды. Шикарно, это мой будет завод. Блин, вы что, прикололись? Реально круто. Только вот, знаете, я тут что-то не собираю. Блин, длинный ролик. О, ладно, всем удачи, макан. Я пошел дальше качаться. Классная игрушка. Я пошел играть дальше.